Белгородский симфонический оркестр версия 2.0. Главе региона Евгению Савченко презентовали проект масштабной перезагрузки коллектива, который считается гордостью области. Теперь он должен стать еще и ее символом. Как этого добиться? Подарок на две пятерки ко дню металлурга на ОМК прокатали 55-миллионную тонну горячего проката. Как это было и что она означает для предприятия и всего региона? В Белгородском художественном музее открылась выставка «В русле традиций и новаторства». В экспозиции представлены 280 произведений 89 художников. Почему были отобраны именно эти полотна? На въезде в Великомихайловку Новооскольского округа открыли скульптурную композицию «Памятник Буденовцу». Почему именно в этом селе появилась такая достопримечательность? И какую историю могут уже сейчас рассказать о ней местные жители? –